Сегодня мы открываем рубрику «Экзотические блюда мира». И первое будет французское. Это улитки по-бургундски. Будем пробовать. Пробуйте. Пробуй. Это оттуда пока выковыришь. С голоду помрешь. Ну вот, ставим улиток. Сейчас будем пробовать. Надо, чтобы соль вот это. Назови горячее. Йо. Так он не совсем растает. Ты... Он горячий. Себя соси. Так он горячий. Ты чего хочешь, чтобы я обжег? Рот весь. Так может вот это горячее, соус-то может не это. Да он соус весь горячий. Они сами нагрелись. На, он потрогай. Ага. Потихоньку. Ну и как? Чё, мясо да мясо. Чесночный соус. Да, да. Всё. Ну что? Там эти еще. Она пустая. Мясо улиток, значит. Мясо улиток, ну. В чесночном этом. Зараза, не вылазит еще. Первая улезла. Ну все, Паха, теперь ты француз. Жотем, бон аппетит. Силь дупле. Смотри, не растолстей. Ну мясо похоже, не знаю. Но мне кажется, на кальмаров. Ну, просто тут, ну, тут видать, чеснок перебивает. Да, хорошо. Чесночный соус вот этот. Он, ну, не то, что перебивает. Он как смягчает просто. Или как добавляет, добавляет именно... Вот еще эту изюминку. Зелень. Ну я не знаю, что там, зелень есть или нету. Да есть можно, безусловно. Вчера кушал французское блюдо, а сегодня будет испанская паэлья. Так что будем пробовать сейчас, разогреем. А потом будем... На минутку, наверное. От ракушек служит слух моря. Блять, она трещать уже начала. Нормально. Ну вот, будем пробовать испанскую паэлью. Она еще с кукурузой тут. Паха скоро сам как улитка будет. Не, ну прикольно. Вот у этих уже совершенно другой вкус. Ну а привкус уже рыбный отдает. Вот так вот. Ты уже и мясо съел? Да. А, и чики-пики, да. Что там еще? Не знаю, что там. А где это у нас? Есть. Не знаю, сейчас. Эти-то здоровые ракушки. У тебя живот болит? Чё? Жигули красные приехали. Ну и что? Ну ладно, сейчас схожу тебе за прокладками. Хорошо, у тебя не приезжают. Нет, у меня их и не должно быть. Я скоро, блядь, занят в чёрном Мерседес по линейке. Вот вредно, а? Выгружу все жену. Надо же. Что купила ты? Что? Взял тебе прокладки тех и тех. И там... что, ты 500 рублей отдал? Да, взял тебе два пирога. Так я и думал. Прокладки стоят. Пакет. Да тех и других взял. Тех это других или каких нахуй? Ты 4 капли взял? Нет, там 5.
Ты мне опять коней набрал, что ли? Нет. На. Два пирога. Сейчас поужинаю. Не знаю, вот, дала мне. Кто нас сменит? Жанка. Она сказала, там были толстые, вот, как они. Волвис. Ну, вот эти-то подешевле. Ну, вот, я тех и тех и других взял. А что, две таких не взял, которые подешевле? Да, пришел прокладки брать. Волвис показала мне вот такую пачку. Ну, блин. Она говорит, тебе за это пиздящик точно, говорит, даст. Я говорю, ну, давай, говорю, какие-нибудь другие. Ну вот, подала мне одну и вторую. И все, вот, я взял те и другие. Ну, четырех капельных не было, как вы любите. Мне я... тоненькие надо. Тоненькие. А не коней. Вот она. Вот, она мне волос. Вот, она мне волос предлагала, вот это вот. Там вот такая пачка. Я говорю, не-не, она говорит, точно, говорит, тебе пиздец даст. Я говорю, не надо. Правильно сказал. Вот те другие взял. Вот, я вот, как ты знаешь, да, что я люблю такие постарше женщин, да? Но они все почему-то от меня убегают. Как, что ты посоветуешь насчет этого меня? Как, вот познакомься с красивой молодой девчонкой. Ну, а зачем ты постарше себе ищешь? Найди молодую. Ну, а как? Ну, ты посоветуй, как найти-то. Давай, мы тебе спахай, как не, мы ну, не найдем. Нет, смотри, Олег, ну, что... Вот ты сам, кстати, не молодой уже, но молодую, красивую девчонку, что бы не найти-то? Ну, не скажешь, сильно молодую и сильно красивую. А чем тебе нравится баба постарше? Ну, не знаю, ну, наверное, вот, не ну, знаю. Ну, какой-то опыта побольше. Да, баба, не знаю, тебе женщину лучше знать. Мне? Ну, я ты же старше его. Ну, вот, ты же постарше его. Ну, а если ты хочешь молодую, то так что? Прифраерись там, приоденься там, вот. Нет, ну у тебя же есть костюм. Да почему есть костюм, Ир? Давай, Ир, почему есть костюм? А, Ир, почему есть костюм? Ты послушай меня. Давай. Если ты хочешь молодую красивую бабу, одень строгий костюм, туфельки, вызови такси. И куда ехать? Съезди в любой бар. Бар? Бар. Не в бар. В клуб. В клуб. В ресторан, в клуб. Просто фраернись маленько. Перед бабой. А ты, ты думаешь, я там не разорву? Думаешь, не разорвут меня там? Да что тебя там разорвут? А что тебя разорвут? Не, ну я не, понимаю. Ир, я просто хочу понимаю. От тебя услышать. Чисто а от тебя. А я, подожди, смотри, Пашка. Ты, так, заткнись. Личность известна, я понимаю, но тем не менее. Хочешь, давай я тебе помогу. Давай съездим куда-нибудь там, я не знаю, посидим, погудим там. Девочек посмотрим, какие покрасивее. А давай. Катя из Кургана, поздравляем тебя с днем рождения, красавица. Я слышал, ты за рулем любишь кататься. Приезжай, я тебя за рулем на рамки покатаю по ночному городу. А если красавица, надо будет кредитик оформить. Я к тебе обращусь под залог велосипеда. Безумный Паш с тобой. Давай, Катюха, чтобы тебя не сглазили, с тебя не слазили, чтобы ела не толстела. Самое главное, не грусти, сиськи не будут расти, чтобы волосы росли на голове, задница была большая со спины. Маникюр всегда в порядке, внешность чистый идеал. Любви желаю, только сладко. Ну и дачу в море, море удачи. И хали-гали, сапоги, сандали, чики-пики.